Всем привет, уважаемые зрители. Это Ялтинское кольцо. Как всегда, мы начинаем с трассы на Ялту. И смотрим, какие произошли изменения за неделю. Вот основной ход Ялтинской трассы. Земляное полотно устроено, и вот лежит водопропускная труба. Так понимаю, это еще не вся ее длина. Готовится к установке. Ее сейчас покрывают битумом, насколько можем видеть. Вот горит костер. Или что это? Ну да, походу просто костер, в бочке битум. И вот покрывают трубу. Вот здесь интересная сейчас ситуация. Видите, ширина земляного полотна какая. И небольшой кусок все еще занят вот этим домом. Потому что не так просто все это снести. Даже если люди уже отселены отсюда. Работает экскаватор. Вот такие отвалы грунта здесь. Это временные отвалы по-любому. Вот еще один отвал сейчас сюда отсыпают. Давайте теперь посмотрим, что у нас на месте кольца. На месте кольца у нас ничего. Кольцо полностью исчезло. Здесь у нас земляное полотно формируется. Заправка пока еще стоит, но уже давно не работает, как мы знаем. И попасть к ней уже просто так нельзя. Здесь щебеночное основание под рамповую часть путепровода туннельного типа. Но мы вообще летим вот сюда. Так, вот тут идут, тоже прошли земляные работы. В прошлый раз мы видели с вами, тут ничего особо не изменилось с тех пор. Основная сейчас движуха вот тут. Как бы спрямляют основной ход с Анкермана. Получается, аж вот до сюда все это происходит. Видно, как вот временный объезд устроен со смещением. Это организованные остановки. Общественного транспорта. Здесь, видимо, такой скальный грунт, потому что есть гидромолот и экскаватор в паре работают. Теперь подробнее рассмотрим туннели. Туннельные путепроводы. Как мы уже с вами видели, тут готовится основание под рамповую часть. В
То есть еще будут такие достаточно серьезные бетонные работы. Вот опалубку манипулятор выгружает, наверное, или загружает. Выгружает, судя по всему. Улица Второй обороны. Но с прошлого раза сильных изменений не видно. Тут основание под водопропускную трубу. Делается трубу, еще предстоит покрыть битумом, как мы видели в начале видео. Ее в таком виде не буду ставить, скорее всего. Вот он, второй путепровод туннельного типа. Здесь такое скопление грузоподъемной техники, целых 3 единицы мы видим. Ну, автокраны, 2 гусеничных. Видим, что опалубка перекрытия еще стоит, пока не снята. Сейчас даже сложно сказать, какой из туннелей в большей степени готовности, потому что здесь по рамповой части как бы больше готовности, а там по самому туннелю. Так что не исключено, что они будут готовы одновременно. Вот тут земляные работы здесь, это наклонный такой участок, съезд. Вот отсюда можем видеть, ну, траектория будет какая основного хода, на улицу Второй обороны. То есть нет, на улицу Сапунгорскую, постоянно их путаю. Та, которая ведет на Сапунгору, это Второй обороны. Хотя логичнее было бы, чтобы она была Сапунгорская, но вот так вот назвали. И всегда хочется назвать их наоборот. Продолжается выемка грунта здесь. Там дальше пока что ничего особо не происходит. Ну, в целом как-то вот так вот. Сейчас на Ялтинском кольце работа идет, движется. Уже обещали досрочно его закончить. Так что будем следить за стройкой дальше. Сейчас скоро начнется самое интересное, когда начнут соединять выемку между туннелями. Это, наверное, потом уже будет позже. Ну а пока вот так вот. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала и всем пока.